Часто выступают музыканты из Финляндии, к счастью, и довольно успешно, все разные, интересные. Вот. Ну и вот мы тогда вашему вниманию представим наш вот такой совместный импровизационный сет. Thank you.
Спасибо, друзья, это Василий Павлович, наш гость из Питера, из Канады. Мы не будем, опять же, делать больших перерывов, у нас будет один такой более большой перерыв после третьего выступления. А сейчас я приглашаю на сцену проект, который называется Game Boy Drives. Евгений Вороновский, собственно, стоял у истоков этого фестиваля вместе с Николаем Дмитриевым, они организовали, собственно, первый концерт, и вот он, этот фестиваль «Шумоярость» продолжается. Так что вот я прошу ребят проследовать к своим инструментам.